Стас Пьеха потерял близкого человека. Поклонники выказывают свои соболезнования. Известный исполнитель, участник «Фабрики звезд» Стас Пьеха в Инстаграм рассказал, что скончался его очень близкий друг. Мужчине было всего 41 год. Известно, что его зовут Алексей. Пьеха разместил совместный снимок с другом и кратко подписал фотографию. «Прощай, братик». Он сейчас очень переживает в связи со смертью товарища. В комментариях под постом отметился известный продюсер, муж популярной певицы Валерии Иосиф Пригожин. «Он же молодой», — написал он. «41 год, сложно поверить», — отреагировал Стас Пьеха.